Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу вам показать свои покупки из магазина Fix Price. Многие я уже использую по назначению. Этот магазин в последнее время меня очень радует тем, что наконец-то появляются нашумевшие новинки и у нас. Давайте с них и начну. И хочу вам показать эти уже очень разрекламированные многими контейнеры, которые, как видите, у меня уже полностью используются. Я прям забрала их с туалетного стола, они уже у меня в действии. Я не скажу, что кто-то говорит, ой, такие контейнеры на Алиэкспресс 500 рублей стоят. Нет, они стоят не 500 рублей, но и не 77. Они стоят порядка там 130 рублей, по-моему. Я заказывала с Алиэкспресс контейнер для помад вот с такими отделениями, полностью весь контейнер для помад. И отдала, по-моему, 110 рублей, что ли, за него, я не помню точно. Эти же контейнеры вы можете купить за 77 рублей, фикс прайс, не дожидаясь отправления, не бежите на почту за этими контейнерами. Ну, в общем, намного, естественно, проще купить их фикс прайс. Мне очень понравились оба. Здесь мне очень понравилось, что наконец-то у меня все тональные основы будут передо мной, а не в косметичке. А в этом контейнере я долго думала, что хранить, и тоже, мне кажется, это удачный вариант, потому что еще у меня здесь хранится, я просто сейчас вынула база, как раз она помещается сюда, и прям вот все прекрасно встало. И если честно, то до этого у меня были на туалетном столике такие черные коробочки, они мне уже надоели, уже они у меня года 4, они чуть-чуть потеряли уже внешний вид, поэтому для меня очень уместная новинка, и я, когда их увидела, я так заулыбалась. Это продавщица, они знают уже меня в этом магазине, они: вот и пришли ваши контейнеры, наконец-то уже. Я прям, по мне было видно, что я очень рада. Дальше такой полезная такая покупка. Я приобрела поднос с очень красивым принтом. Дело в том, что многие знают, что у нас есть маленький ребенок, и когда ребенок засыпает, то на кухне мы стараемся не шуметь, потому что детская находится прямо рядом с кухней. И очень часто муж делает чай, кофе, берет сахар, берет какие-нибудь сладости, и это все несет в руках, и это, как правило, не одна ходка, потому что кроме этого он еще берет какие-то, я не знаю, там сухарики, там как себе там сладенькие, еще надо же взять с собой гречечку, потому что захочется покушать. Ну, в общем, и потом это в зале хранится тоже беспорядочно. Я решила, что нужен поднос. Он небольшой, нам такой нужен, чтобы много места не занимал. И в отличие от других подносов из Fix Price, он выполнен достаточно качественно и смотрится стильно. Он такой плотный, белый, 32 на 3,5. Мне кажется, очень красивый принт. Сережа увидел и заценил, одобрил, сказал, что очень красивый поднос. Оно должно у меня так стоять. Я пробовала. Пожалуйста. Я не знаю, красиво это или нет, но, по крайней мере, все видно. Так, дальше. Дальше я купила себе два массажера антицеллюлитных. Никогда такими не пользовалась. Я их увидела у девушки на YouTube. Она очень их расхваливала. И говорила, что они реально классные и что нет смысла переплачивать. Я прониклась и в этот же день пошла и купила эти тренажеры. И на самом деле, вот первый. Они, кстати, таких цветов позитивных, классно смотрятся. И сейчас сразу покажу второй. И вот второй. У него такие резиновые вот выпуклости. Вот этот первый, он, конечно, конкретно жесткий. Он очень удобен в использовании. Я его использую на ногах, на бедрах. Вообще, ну, прям действие, знаете, такое... Вот как листерин фиолетовый, жесткий такой, знаете, конкретный. Этот, естественно, помягче, потому что, во-первых, вы сами контролируете нажатие и как вы там будете себя массажировать. Здесь просто вверх-вниз, и эти штучки, они конкретно вообще очень серьезный инструмент. Я осталась довольна, потому что я думала, что... Пожалуйста, что-то пошло не так.
Потому что я думала, что я вообще не буду этим пользоваться, что я попробую, у меня сразу все сломается. И вот видите, сейчас я вам показываю, и вот что-то у меня тут уже сломалось. Блин, мне сейчас не понравилось это. Так, я, наверное, потом муж мне сделает, оно просто выскочило. Ну, в общем, мне понравился больше вот этот тренажер, потому что он... несмотря на то, что жесткий, намного удобнее в использовании. Потому что вот с этим, во-первых, видите, сейчас какая-то проблема. А, вот, все, я одела, все нормально. А во-вторых, мне вот не очень... Я сначала пробовала вот так. Так мне тоже было как-то не очень удобно. Сейчас я пробую так, но просто тут на коже прям сразу виден результат. Просто кожа вся в такие мелкие точечки, красненькие становятся. Для меня это... актуальней. Не знаю, может, потому что я люблю, когда ну, у меня есть где разогнаться на теле с таким инструментом. Дальше давайте покажу вам Идун. После похода в Фикспресс к нам должна была прийти мама, и мне нужно было купить что-то вкусненькое. И я купила вот это суфле. Оно у нас в некоторых магазинах стоит, такая же коробка, 150 рублей. И поэтому я недавно обратила на это внимание. Думаю, я куплю эти, ну, это как печенье, я не знаю. Вот внизу печенье, потом... Естественно, мы просто уже все его съели, я держала чисто для видео. Очень вкусно. Моему мужу не нравится здесь тянущийся джем. А мне, наоборот, он очень даже нравится. Классные печенья, очень вкусные. И самое интересное, что абсолютно адекватная цена по сравнению с другими магазинами. На мой взгляд, конечно. Кто-то, может быть, считает, что такие печенья должны стоить 200 рублей. Я так не считаю. Дальше, насмотревшись тоже девочек, я приобрела батончики. Очень многие про них рассказывают. К сожалению, у нас только два вида этих батончиков. И вот те девочки, которые их не пробовали, я вам сейчас расскажу, что это такое. Я купила апельсин тонуса и арония иммунитета. Такие батончики стоят, по-моему, 12 рублей, 12,50, что-то такое. Чтобы вы мне верили, у меня вот уже два пустых, и я сейчас вам скажу, что, во-первых, они два очень вкусных, но не сладких. Что касается апельсин тонуса, здесь у нас в составе злаки, хлопья ржаные, кукурузные, пшеничные, овсяные, экструдированный рис, патока, цукаты, масло растительное, глазурь, из чего состоит глазурь, они написали, апельсиновый концентрированный сок, яблоки, куркума, лецитин, эмульгатор, лецитин соевый, витамин С, ароматизатор, консерванты, агент влагоудерживающий сорбит, регулятор кислотности, кислота лимонная. Содержит сахароспирт, сорбит. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительные действия. Это апельсин тонуса. Аронию иммунитета я кушала буквально сегодня на завтрак. Там было очень много вот этой воздушной кукурузы, или как она правильно называется. Здесь у нас злаки, хлопья ржаные, пшеничные, кукурузные, овсяные, экструдированный рис, ячмень, патока, ягоды и фрукты, изюм, яблоки, очень много изюма, рябина черноплодная, масло растительное, глазурь. Эмульгатор, лецитин соевый, ароматизатор, регулятор кислотности, кислота лимонная, витамин С, консерванты, сорбит. Вот здесь очень много этой кукурузы и изюма. Мне очень понравились оба. Я считаю, что это неплохая замена каким-то сладким вредным батончиком Сникерсом, потому что эти тоже сладенькие, вкусненькие. В принципе, если у нас появятся другие, я с удовольствием попробую. Просто девочки их показывали, но никогда не рассказывали, что это, а просто показывали в огромных количествах. Вот я хотя бы вам сейчас раз... Они, кстати, очень классно выглядят, очень такая привлекательная у них упаковка. Также я приобрела своему супругу Козинак. Тоже я приобретала в двух экземплярах, уже он попробовал и сказал, что очень вкусное. Козинак, по-моему, вообще стоил 8 рублей, если я правильно помню. Очень вкусный, ничем тоже не отличающийся. У нас такой же в магазине стоит дороже, рублей 15, по-моему. Козинаки мой муж очень любит, прям вот, прям обожает. Когда я знаю, что я хочу порадовать мужа, я покупаю ему Козинак. Ну и последняя покупка для нашего ребенка. Это такой уже второй мячик. Девочки и мальчики, у кого есть дети, особенно вот маленькие, год, два, мне кажется, даже три, это просто отличная игрушка. Во-первых, когда он... Ну, сейчас день не видно. Он когда... Он сейчас вот горит, вам должно быть видно, когда вечер, это намного виднее.
Это любимая игрушка у нас в ванной. Дело в том, что ванна у нас находится рядом с ванной раковина. Мы кидаем ему в ванну этот мячик, он достает ее и кидает в раковину. И эти метаморфозы происходят каждый раз, когда мы купаемся, раз по 50. И это самый любимый мячик, который у нас есть. Он очень внутри какие-то блестящие, типа дождика. Ну, в общем, просто отличная игрушка за 50 рублей. Мы купили ему машинку за 1500. Он так с ней не играется, как и с этим мячиком. Это, конечно, обидно, но фикс прайс молодцы. Уже, наверное, месяц у нас этот мячик. И мы иногда даже... Бывает, его прячем, потому что, ну, ребенка не накормить, ничего, только он с этими мячиками возится. Ну, вот такие полезные, ну, почти все было полезное, и удачные покупки были в фикс прайс. Я еще раз говорю, что этот магазин, некоторые девочки говорят, что он их разочаровывает, меня наоборот, он очень радует, потому что я в последнее время, если я зачем-то иду, я всегда это покупаю. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока!